бабушка, еще одну. Только одну сказочку. Хорошо, хорошо, но уже последнюю. Идет коза рогатая, идет коза бодатая. Два года назад на Крымской полянке на Байдарской долине я играл в войнушки с моими приемными сыновьями, с детворой в пейнтбол. И удачно подстрелив одного из мальчишек, я повернулся, будучи в камуфляжной форме, и показал вот этот жест, который означает на донбасском языке «круто», «классно». И уже два года, как в интернете фотография, сделанная в этот момент одним из мальчишек, мусолится, перемещается, отсылается друг к другу с комментариями «пастор Махненко – сатанист». Меня так достали ребятки, присылающие эту фото мне и требующие объяснений, что я хотел бы вот объяснить, как это было. Ну, еще кое-что добавил тем, кто боится неправильных жестов. Вот это означает еще не только «круто, пацаны», это буква «и» на языке глухонемых. А еще это «коза рогатая», которой я пугаю своего сынуху, и мы играемся с моим сынухой. Для тех, кто побаивается смысловой нагрузки жестов, напоминаю, что вот это языческий жест, магический языческий жест, вот это языческий жест. Я уже молчу за вот это или вот это. Я хочу напомнить тем, кто боится сделать какой-нибудь жест, якобы он может связан быть с чем-то дьявольским, что любое подмигивание – это магическое действие по сглазу. Поэтому расслабьтесь, не бойтесь и благодарите Господа. И спокойно жестикулируйте, не боясь фотоаппаратов вокруг. Ну, а напоследок ко всем моим критикам, обвиняющим меня в сатанинском жесте, обрыдло ньюс, обрыдлик про козу рогатую. Шла коза рогатая за малыми ребятами. Шла коза мохнатая по Крымам с бомжатами, шла с мыслями святыми, круто, мол, сынки, но с фотоаппаратами, с мыслями бесятами шли козе навстречу чудо-мужики. Пальцев в растопырку не видав доселе, мужики всхрипели, прям осатанели. Бодрствуя сим жестом, хором изрекли. На козу бедняжку гневно налетели и в порыве страстном дружно прокляли. Шла коза рогатая, шла невиноватая, шла себе не ведая, что она творит. Шла и улыбалась, духом наполнялась и совсем не ведала, что Фейсбук кипит. Но однажды вечером, когда делать нечего, вяло мониторя мир, вылезли глаза. Мужички те страстные, с жеста столь прекрасного, сделали уродину. Сдохла дереза. Шла коза рогатая и стыдом объятая, горько сокрушалася, что в инет вошла. Послась бы на поляночке, в богословской ямочке, и покой бы вечный в ней тихо обрела. Так легко и просто братство Казаностра в землю нашу матушку-козочку свели. Рожками да ножками вида насладившися, волки успокоились. Мы ее спасли.